Возможно, что YouTube в скором времени закроют, поэтому, чтобы не пропустить важную информацию, вступай в телеграм-канал Discord сервер по ссылке в описании и смотри этот ролик с включенным VPN-ом. Окунемся в прошлое. В 2021 году, как ты знаешь, Михаё сменил свое название на Hiveverse. А теперь окунемся еще глубже. Вспомни момент, когда нам давали 1600 премодемов абсолютно бесплатно. Я тебе напомню, 4 дня подряд на почту приходило письмо, в котором лежало по 400 премодемов. А также дарили 800 премодемов за то, что Genshin Impact выиграл в номинации «Лучшая музыка в игре» на PlayStation. Награда называлась PlayStation Game Awards. Сейчас также проходит награждение, и Hiveverse получил 2 номинации по 2 играм – Tear of Themis и Genshin Impact, и попал в топ игр финалистов. А Hiveverse был награжден номинацией «Лучший разработчик» в 2022 году. А теперь посмотри внимательно на эту картинку. На ней Genshin Impact попал в топ игр по номинации «Лучшее аудиосопровождение». Вот если что, тебе переводик. Именно поэтому совсем скоро откроется голосование, в котором мы опять же будем голосовать. И надеюсь, если все же Genshin займет призовое место, Hiveverse отправит на почту 1600 премодемов, либо же утешительную награду в размере 800 премодемов. А вдруг они вообще увеличат награду, если пользователи будут активны. Всем добра и позитива, хорошего настроения, удачных круток и пока-пока! I can't move on till I let go.